Всем привет! Сегодня хотел рассказать о вот таком терморегуляторе Тена, чем, как он работает, как его регулировать и как его выбирать и как его подключать. В принципе, я его уже разобрал, чтобы посмотрел внутри и разобрался. Теперь хочу донести к вам, как он работает. То есть, в принципе, это стандартный, самый простой регулятор э -э, температуры тена или температуры бойлера. Э -э, обычно он, они стоят на бойлерах. Э -э, самый простой, то есть э -э, ничего как говорится, его срабатывание, как пишет, э -э, минимальное 30 градусов, максимальное, максимальное 70 срабатывания. Это дешевые, в принципе, варианты. То есть э, особо их э, рекомендовать не могу. Ну, всему по очереди. То есть, в принципе, после, что в нем внутри находится. То есть состоит он с двух частей. Э, как бы с, самой э, э, трубочки, которая входит в тэн и замеряет температуру и самого э, системы электричества э, и отключения как бы, самого тена. То есть вот здесь у нас есть два контакта и при установке подключения бойлера очень важно знать э, и замерить куда какой контакт э, плюсовой и минусовой подсоединять. Почему это так важно? То есть этот вопрос просто заинтересовал меня, из-за того я как бы разобрал его и хочу поделиться именно с этим, со своими мыслями с вами. То есть вот этот контакт, вот он находится, он идет напрямую вот сюда и заходит прямо в Тен. Второй же контакт, вот он, его подключение проходит. По, по направляющей идет к термопластине, то есть которая будет включать выключать тэн и уже в зависимости вот как вот здесь термопластина включится выключится контакты подастся напряжение на этот тэн или не подастся. То есть за чего я это все вам показываю. То есть то есть всегда на вот этот контакт то есть, это вам надо вызвонить, прозвонить перед установкой тена. Надо всегда подать минус. То есть, почему? Сейчас я вам расскажу просто уже э, как бы этот вопрос поподробней. То есть, почему сюда должен уйти минус? Э, изона, э, в принципе, у каждого в бойлере откладывается камень. За счет того, что камень заполняет, э, скажем, большую часть бойлера и уже как бы тен. Э, Тен может пробить на, как говорится, на корпус, тем самым э, ну, будет, ну ли, э, здесь в зависимости от полярности, либо он будет бить током, либо он просто будет подпитываться, э, э, как бы воду использовать как минусовой провод. Вот в этом варианте, когда э, у вас э, запитывается вот здесь минус, то при выключении у вас всегда плюс будет на тене, и тен может не выключиться. То есть э, за счет того, что плюс подается, минус будет браться с воды, э, этот э, тен будет э, кипеть, то есть бойлер будет кипеть, тем самым будет перегреваться, э, э, как бы пока как бы не выгорит полностью, не сделает короткое замыкание, и как бы последствия очень корица может быть плачевными то есть вот такая ситуация была у клиентов то есть вот этот корица то что я вам рассказывал минусовой э, не минусовой а плюсовой провод был на группе контактов он начал плавить в этих э, Корица, выключателях термо нету второй повторной защиты. То есть, ну, как бы я повторюсь, это дешевый термовыключатель. То есть, нету повторной термозащиты от перегрева бойлера, так как не всегда это все, ну, как бы, вот такой вариант можно исключить. То есть, именно из-за того, как бы, рекомендую, повторюсь, сюда минус, сюда плюс. Принцип, как бы, срабатывания. То есть, у нас есть э, вторая часть, э, как бы, термо регулятора, то есть э, внутри самого вот этого терморегулятора есть, не знаю какой из чего сделано вот эта направляющая, то есть из какого металла. Но принцип этой направляющей какой? То есть при, при нагреве воды э, она расширяется, и тем самым э, при, при расширении этого металла, тем самым она нажимает. И размыкает вот эти контакты. То есть из-за того, ну было два раза у меня, на ну, очень уже, в принципе, давно, когда бойлер выставленный был на полную, э, но нагревался максимум 50 55 или ну, где-то порядка 50-60 градусов. То есть не догревал воду. То есть приходилось поднимать. Вот эту крышечку. То есть, что надо было сделать? поднималась вот эта крышечка. То есть она вот здесь становится. И подкручивать срабатывание э, чуть позже. Ну, то есть, когда их собирали, в принципе, кто-то где-то случайно провернул, либо провернулось. Э, вот здесь, видите, там есть небольшие зазорчики, если так вам будет видно. Э, то есть проскользнул тен. Вот этот, и видите, он крутится, может, не, не, не захватиться. То есть и в этом, в этом варианте вода просто не догревалась. То есть зато, если у вас случилась как бы, вот такая вещь, то есть не догревается вода, вам просто надо отвернуть вот эту крышечку и провернуть э, срабатывание, чтобы э, в тен включался. Ну, срабатывал гораздо позже. То есть, принцип его работы. То есть вот как бы он. Вот так стоит. И... Надавливая вот этой штучкой, он срабатывает. Так что, так что как-то так. То есть, принцип работы. Опять же скажу, если у вас сгорел этот тен, то есть рекомендую поставить уже чуть-чуть плана дороже, у которого есть еще термозащита самого тена. И тем самым вы будете себя предохранять. То есть там идет отдельное колечко для, для защиты. И тем самым вы будете предохранять себя. Если уже не, 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 как не сыграли с полярностью, то вы уже будете знать, что в этом варианте вы сможете как бы, так сказать, отключить тен уже дополнительной безопасностью в принципе, эти тены ненадежные, очень часто выгорают. Очень часто я их меняю. То есть, вне зависимости даже какая фирма. То есть вот эти считаются как бы чуть получше. Но в принципе у них один и тот же самый. То есть э, все это корица. Ну, низкого класса э, регуляторы тена. Так что вот так как бы вкратце рассказал срабатывание и работу этого тена. Так что если вам эта информация была полезна, ставьте лайки, смотрите другие мои видео, подписывайтесь на мой канал. Выбирайте хорошие тены. Не экономьте, потому что э, как бы экономия на, ну, скажем, на, на вот таком дешевом тене может э, кажется, довести до сгорания всей проводки, квартиры и всего, чего там только может быть. То есть плюс не исключено э, сам как бы пробой электричества и будет щипать вас первоначально током. Потому что как только тен пробивает, он первоначально пощипывает, То есть, так что не рекомендую пользоваться, если он будет пощипывать. Ага, немножко вам неправильно, наверное, сказал. Этот металл внутри он сужается, они, да, он идет на сужение, и тогда он срабатывает. Видите, я недоразобрался. То есть при, при нагреве этого металла э, наконечника он сужается, и тем самым нажимает термо термопластина все все что я хотел рассказать в сегодняшнем видео все смотрите мои новые видео подписывайтесь на мой канал все всем счастливо до новых встреч все пока